Всем привет! Если у вас дома залежались яблоки и есть вы их не хотите, но выбрасывать вам их жалко, то предлагаю приготовить пирог-шарлотка. Пирог получается воздушный, нежный, ароматный, очень пахнет яблоками. Для него нам пригодится яблоки, мука, яйца, корица, разрыхлитель. Вначале нам необходимо отделить белки от желков. Можно взбивать и венчиком, но для этого вам потребуется очень много времени. Поэтому возьмите миксер. Белки взбиваются очень быстро. В белок добавляем половину количества сахара и продолжаем взбивать, чтобы пена получилась более упругая. Дальше переходим к взбиванию желтков. В желтки добавляем остаток сахара. Взбиваем до тех пор, пока желтки не посветлеют. После этого соединяем желтки с белком. Легкими движениями перемешиваем. Просеиваем муку, разрыхлитель и корицу. И все аккуратно перемешиваем. После этого нарезаем яблоки дольками. Выкладываем все количество яблок и заливаем аккуратно жидким тестом. Форму немножко нужно пошевелить, так чтобы тесто равномерно распределилось по форме. Ставим нашу форму в мультиварку на программу выпечка 50 минут. Вытаскиваем наш пирог, даем ему остыть и по желанию можно украсить сахарной пудрой. Посмотрите, как наш пирог поднялся практически в 2 раза. Этот простой рецепт пирога, просто палочка-выручалочка на каждой кухне. Попробуйте, приготовьте. Всем приятного чаепития. Если вам нравится наше видео, подписывайтесь на наш канал, пишите нам комментарии и ставьте лайки.